Горох – достаточно популярная растительная культура в нашей стране. Существует огромное количество блюд, в которых горох применяется в том или ином виде. Однако для приготовления не только вкусного, но и полезного блюда необходимо знать некоторые нюансы относительно данной культуры. Сегодня мы поделимся с вами рецептом одного из таких блюд и детально опишем весь процесс его приготовления. Для начала отметим, что такой грамотно приготовленный отвар окажет значительную помощь при нарушениях пищеварительной системы, а также при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, многие диетологи рекомендуют его при соблюдении диет для устранения избыточной массы тела. Итак, для начала стакан желтого вышелушенного колотого гороха заливаем холодной водой и даем настояться ему в течение 3-5 часов, а лучше оставить его на ночь. В результате горох разбухнет и увеличится в объеме. Далее продукт необходимо промыть и залить очищенной водой в пропорции 1 к 3. Затем добавляем в емкость с горохом небольшой кусочек корня петрушки или сельдерея и ставим его на огонь. Варим смесь до тех пор, пока горох не разварится. Обычно это занимает 3 30-40 минут. Добавляем небольшое количество соли по вкусу и взбиваем все с помощью блендера до получения однородной массы. Вот и все полезное и вкусное блюдо готово. Гороховый отвар особенно полезно принимать людям, страдающим панкреатитом, гастритом, сахарным диабетом, подагрой, а также при частых запорах. Будьте здоровы!